это уникальный метод нехирургического и неабляционного лечения кожи с помощью запатентованного медицинского инструмента МТС Мезороль. Антивозрастной мезококтейль способствует обновлению основных структурных белков матрикса, а также стимулирует обновление межклеточного матрикса дермы и восстанавливает барьерные функции кожи, повышает уровень гидратации, стимулирует образование новых капилляров и улучшает микроциркуляцию. Депигментирующий мезораствор ингибирует тирозиназу, оказывает противовоспалительное и отшелушивающее действие, а также ингибирует синтез ДНК и РНК в меланоцитах, усиливает скорость обновления кератиноцитов и стимулирует синтез коллагена. Репаративный мезораствор способствует эпителизации ран, обладает бактериостатическим действием, ограничивает воспаление и активирует ремоделирование матрикса дермы. Регулирует пролиферацию клеток и активирует выработку антител к патогенным микроорганизмам и вирусам, а также стимулирует выработку факторов роста и цитокинов. Мезораствор против растяжек. Стимулирует клеточную пролиферацию фибробластов, блокирует деградацию внутриклеточного матрикса, а также увеличивает синтез эластина и коллагена 3 и 1 типов, повышает синтез гликозаминогликанов и оказывает иммунокорректирующее воздействие. Антицеллюлитный мезококтейль оказывает активирующее действие на микроциркуляцию тканей, стимулирует клеточную детоксикацию, подавляет липогенез в адипоцитах и нормализует нейрогуморальную регуляцию липидного обмена. Мезораствор – стимулятор роста волос. Удлиняет фазу анагена, активирует переход волосяных фолликулов из фазы телогена в анаген, оказывает себорегулирующее воздействие и повышает устойчивость волосяных фолликулов к оксидативному стрессу. Применение МТС Мезороллера в комплексе с мезотерапевтическими растворами позволяет активным ингредиентам проникать в более глубокие слои кожи, где они реализуют свое фармакологическое действие.